Смерть. Марля сбежала из боя. Клава работает, видите? Захват в порядке. Котейка. Вот котейку прислали. Хорошо, ладно, спасибо. Море врагам настучали. Он, наверное, даблой будет стоять. Так, но Наги по-любому придется для начала пойти куда-то на лайн. Исследую территорию. Га себя он лупанул. Ага. Ну вот они, ребята, леса лишились. А вот теперь пора валить. Исследую территорию. Сражайся! Больно мне, больно. Бежим. Может, глиф какой? Ну, извини, я не готов с 200 с лишним здоровья, с 300 здоровья идти кого-то гангать. Тем более, там он так грамотно сейчас подошла. Нага. У нас дабл джангл. Видали такое? Я нет. Опс, не туда. Так, радар включен. Хорошо. Ой, а чё я его прожимаю-то? Зачем мне сейчас вот ускорение? Блин, ну криты, конечно, у кулака меня воодушевляют. На 5 уровне крит такой на 260. На! Умереть, что ли, пойти на паке? Так мало здоровья, так меня это беспокоит. Сейчас это, блин, каракатица откуда-нибудь выскочит, блин. Чпок-чпок, а до свидания. Ну нафиг, пойду я сдохну лучше. Вот, моментальный death. Пришло время пройти тропой смерти. Да, пришло время пройти. О, Химерыч, вы вот вы посмотрите, гангает ведь. Чуть-чуть им не получилось его загангать. А если бы был не Сина, а вампир. А, ну там ульты еще не было бы. Согласен, да. Неправильный пример. Смотрите, нет, тык. Жизнь обратно, тык. Тык, ш, тык, ш. Попробуем нагу съесть. Оу.
тяжечку сыграл. А мне чё, я пришел твой лайн пограбить. Эй, как так не получилось грабануть? Ой, Мойра. Привет, Мойра. Синь под ускором. Ах, не смел. Ах ты ж! А, сдохла. Уху. Эта фигня сдохла. Вперед! Блин, печально. А как бы мне так с количеством здоровья еще не прогадать? Пахнет смертью. Забрал, я так и не понял. Пытаюсь забрать клыкачку эту. Кто убил, они или мы? Я видали такой прыжок через барьер туда. Занырнул. Судя по количеству прайма, я не знаю страха. Чему я могу прожать скор? Где-то рядом син? С лоу хп или что? Я видел бы пятно двигающееся. Перестал светиться. Слушайте, что это было, ребят? Вы мне потом объясните в комментариях, пожалуйста. Почему была подсветка? Халява вообще лежала на пути. Ахнет смерть. Он, походу, перетрукнул просто, реально. Далее он так что-то заметался туда-сюда. Так, сила. Месть что-то бегает рядом. Наконец-то ульта. Меча никак не получается забрать хоть кого-нибудь. Еще бы у меня повреждения сумасшедшие. Так, Хака забирает таракана. Но судя по количеству прайма у нас и у них, видимо, баюна мы тоже забрали. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы так думать. Может, где топоры, где криты? Да, у них начинают селиться. Я думаю, это 10 минут, скорее всего, будет. Тапки дело не помеха. Плюс 40. Так, и сверху наших позабирали. Наших. Одного нашего забрали. Идем. Кто-то ищет смерти. Погоня! Череда побед! Готово. И тишина такая вообще в наушниках. Я не знаю страха. Давайте возьмем силу с кражей. Так, опять у меня работает подсветка. Где-то син кружится что-то.
Или не подсветка работает, да? А, ну здесь ты пешил, с него лоу хп было, я понял. Пойду-ка я посмотрю, что здесь творится на варде. Нага. Уйди от меня. Сломаю хребет. Ух ты, какая цепкая, прыткая. Ну давай вампира убивать. И Нага сдохла. Череда побед. Вау. Эх, жалко, под башню не пошел. Сейчас я бы ему тут дал просраться. Ну почему он не пошел под башню? Ну, 12 проворства уже что-то. Первый штурм. Исследую территорию. Сломаю тебе. Так, мана. Ну, в принципе, до ульты еще далеко. Но есть корни. Что-то Эксин развоевался прям. Давай, регень меня. Коготь, ты олень. Вперед! Спасибо. Какой звук страшный был. Исследую территорию. Ах ты какой. Ну ладно. Сломаю хребет. Враг сбежал. Да ладно, зачем? А, дисконнект. Да надо, надо. Погоня. Череда побед. Надо. Две тычки и все. Она уже расплывается. Ох, как так? Ну только ушел, тут син какой-то взялся. Не пойми откуда. Куда ты? Куда ты в инвиста? Зачем? Вот куда он уперся? Рубеж защищен. Где Син? Где мне его теперь искать? О, вот он здесь только что бежал. 100%. Куда он бежит? Вперед! Фиг его знает. Череда побед. Ну, Сина, давайте, добивайте. Вот тебе ошибочка номер раз на. Вот тебе ошибочка номер два. Такой, знаешь. Сначала тебе клавиатуру отключу. Теперь я просто упаду.
Я уже там просевший. Ничего страшного. У них тоже он просевшая это. Череда побед. Фигня. Блин, Син уже догнал меня пока еще. Нага стоять. Стоять, сражаться. Есть. Закусили мы его. Закусили, закусали. Блин, ну хаки он там ничего не сделал. Он даже его не прокусывает. Не, ну просевший таракан это ноль. Ребят, это уже ничего. Ну, обычно, конечно, тараканы не проседают, но здесь, видите, у человека с интернетом проблемы были. Поэтому вот... Такая вот печаль, беда у нас случилась. Главное тут Сина не поймать. О, привет. По всему человек опять вылетел. Нет? Жив? Ну, там, походу, дело пинг сумасшедший просто. Наши тут чудят, я смотрю, чудят. Ой, ногу мочи чуть-чуть осталось. Синец. Фух. Главное, что я вошел в бой обратно до того, как они закончили. А то бы ничего бы не дали. Меня больше даже не талант интересует, а опыт. О, нифига себе опыта дали. 299. А, там же выходные идут с опытом. Йо! Слушайте. Да это же...